пострадал от дорог. На улице Беломорской водитель такси разбил свою машину, угодив в яму, притаившуюся прямо посреди проезжей части. Автомобиль после этого занесло. Неуправляемая машина пролетела еще 1,5 десятка метров и остановилась на трамвайных путях. Альбина Минибаева спросила, что теперь собирается делать мужчина. Наехал, хотел объехать. Начало заносить и вот сюда вылетел. Мужчина признался, хотел заработать. В свободное время он работает в такси. Направлялся на заявку, но на улице Беломорская, прямо посреди дороги, его машина вдруг провалилась в огромную, как ему показалось, яму. Автомобиль перестал слушаться управления. Остановиться мужчина смог спустя 1,5 десятка метров на трамвайных рельсах. Глубина ямы вот примерно 15-20 сантиметров. Да вы сразу, то есть как остановились, проверили, да, глубину ямы там? Я сначала в шоке был, с машины не выходил, думал, что делать, может уехать. Посмотрел, вышел в колесо. Рассказывать сначала хотел поставить запаску и уехать, но, вспоминая силу удара, стал осознавать, что бесследно для подвески автомобиля это могло и не пройти. А оплачивать ремонт самому, имея страховку, не хотел. Поэтому решил вызвать автоинспекторов. Пока их ждал, рядом остановились несколько машин, и каждый из водителей, предлагая помощь, говорил, что не раз попадал в эту же ловушку. Альбина Минибаева, Нафиса Минязова, Адель Мулахметов, вызов 112.